Привет, Марина! Привет! Здравствуйте, вы, наши дорогие любители бесплатных флеш-игрулек. И сегодня у нас игра, которая называется Burrito Bison. Или Burrito Bison, я не знаю. Называйте как хотите, в общем-то. Начинаем новую игру, видим какого-то... Непонятно на самом деле, знаешь, как бы... Мне кажется, это все-таки какой-то борец-человек, вот этот вот мексиканский лучшадор, но в маске быка. А мне кажется, что он как минимум некультурный человек, потому что он ходит с голым торсом в магазин, но глядя вот на ту девушку... Вульгарную девушку, да, вот эту которая вот? Босая. О, посмотрите, как вульгарно. Босая и трусы я прямо, думаю, трусы. Что это у них норма такая. Судя по всему, да. Но кто мы такие, знаешь, чтобы их осуждать? Так, и что мы видим? Его вдруг затащило в Кэндиленд. Неожиданно. Окей. Вот это поворот. И судя... Опаньки, какой сюжет Ты погляди. Его затащили в Кэндиленд, и там, видимо, желейные медведи заставили его сражаться на арене, как гладиатора. Гладиатор. Теперь он гладиатор, реально, на арене желейных медведей. О, боже мой. Так, use the spinning meter to launch yourself out of the ring. Отлично, мне уже нравится. Так, а как? Как это? Мне кажется, я все сделал неправильно. Click or spacebar to use this. Я все сделал, очевидно, неправильно. Так, и местный департамент полиции отвез меня, видимо, обратно в клетку. Я заработал 0. Но я могу перепопробовать. Так. Вот это хорошо пошел. Давай, распрыжечку. Отталкивайся от этих паразитов. Вот так, да. А ты видела тут, короче, специальный такой метр в виде трусов? Вот в этом вот уголке будет. Обрати внимание. Хорошо, сейчас обращу. О, правда что? Пошел Burrito Bison. Не знаю, потому что это его трусы. Мне кажется, ты как должен отталкиваться от них. Я ничем не управляю, понимаешь? Я могу только его хорошо запустить. И все? Да, да, да. Ну то есть у меня потом будет появляться интерактив. Это же как бы классический тип вот этих вот игр, когда ты запускаешь себя, и тебе нужно как можно дальше, собственно, пролететь. Так, и в магазине... Я сейчас смогу что-нибудь улучшить. Так, давайте посмотрим, что я могу улучшить. Окей. Это, видимо, сила отталкивания, эластический кабель. Но я не могу себе его... Я, в общем-то, судя по всему, ничего не могу себе позволить, ты знаешь. Пока ничего. У меня слишком мало денежек. Окей, ладно, хорошо. Блин, плохо полетел. Ну ничего. Перепопробовать. Да ё-моё, давай, в полет. Давай вот этого, вот этого, вот этого. Мне кажется, он был бы классненький. Сосредоточимся. Да что ж такое-то, не сосредоточен. О! Я что-то могу купить в магазине. Смотри. Bubble Gummies. Ага, я могу теперь встречать Bubble Gummies. Так, давай посмотрим, ладно. О, хорошо. О, Bubble Gummies! Так. Давай. Так, черт, недолет. Без желейных, да. Отлично, 200 за одну ходку. Так. А, черт, не очень хорошо, ну ладно. Давай, пошел, бей желейных. Если я не забуду, я назову так видео. Блин, опять не то. Слушай, вот эта вот ракета, которая у меня вот здесь вот, и которой я периодически пользуюсь, она, оказывается, прилеплена к трусам. Ага. Вон оно что. Так, я сосредоточен. Есть, да, детка! Супер-мега-удар. Прыжок. Давай. О, медведь-коп! С мигалкой ты видал? Да, бабки. О
боже мой. Так, я что-то еще могу купить в магазине, но нет, я перепопробую еще раз. Так, так, спокойно, спокойно. А, почти. Почти. Почти идеально. Давай, бей желейных, Бурито Бизон. Все, теперь в магаз. Так, я могу купить эластичный кабель. Слипи лосьон. Угу. Угу. Я буду терять меньше скорости от ударов, от столкновений, короче, потому что я буду весь покрыт маслицем. Так, пикпокет. Больше, ну просто больше бабок. Ну, по идее, вот эту штуку нужно брать чем раньше, тем лучше, потому что она как бы работает на будущее. Так, make your bones higher and lose less speed. Ну, то есть, когда я отталкиваюсь от медведей, то я буду терять меньше скорости. Ну, я буду, наоборот, подпрыгивать выше и терять меньше скорости, да. Так, resistance. Ну, блин, мне кажется, вот все-таки нужно эластический кабель взять. По идее, я туда сильнее буду подлетать. А, черт. Ну, ничего, 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 ничего. Ну, ничего. Мы еще отомстим им за все. За все. Все ответит. Да. Мы будем постепенно их изничтожать. Сначала мы откусим им ухо. Да. Потом, потом ногу. Потом лапу. Потом вторую лапу. Потом третью лапу. Потом четвертую лапу. Потом... Ты же видел вот эти... Такое ухо. А ты же видел вот эти картинки, где это... Операция по пересадке рук там и органов на желейных медведях. Там пересадка головы и сердца. Есть! Вот так вот, да, детка. Давай, бей желейных. О, да, так, бабки. Есть! Money Gummy. When you hit it, it release much money. Отличненько. Получили денежку. Так, 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 так. И чуть-чуть подлетим, и все. Фу, ну личный рекорд. Нормально, вообще нормально слетали. Ретрай. А, плохо. Он аж сам недоволен. Да ну, я уже там же. Давайте, желейные, несите меня. О, штукарик есть. Наверное, очень такие упругенькие. От них как от батута отпрыгиваешь. Так, ага, вот теперь можно встречать будет гаммисов на понго-стиках. Но я думаю, что все-таки надо брать пикпокет, чтобы получать бабки и брать еще бонснес. И посмотрим, к чему это приведет. О, сейчас плохо взлетел. Такого манигами. Манигами, отлично. Вообще как моногами. Тоже неплохая штука. А, черт побери. Опять что-то плохо. Плохой заход мне не нравится заходы. На, прям в морду этому бросать. Да надо, но это сложно. Ну, я понимаю, старайся. А, черт. Я был так близок. Так, давай, бей желейных, бей. Они так прям улепетывают от него. Причем они с таким видом улепетывают вообще. Мне их почти жалко. Да ну опять почти же. О, так. Клик repeatedly. Я подлетел повыше, ну-ка. Давай. И вверх. Давай. О, копа, давай. Отлично. Пошел процесс. Так, нет. Копы. Черт. Спеленали. Ты видал, как он на него встал победно? Да, вообще, говорю, спеленали. Ретрай. Просто вообще. Опять я был так близок. Есть! Манигами. Так. Ну,
Ну-ка, давай бей желейных. Я-то думал, за копов, знаешь, наоборот, больше очков дают, а они, оказывается, пеленают. Ага, ладно, я тоже думала, что за них дают какие-то очки дополнительные. Ну, а нифига подобного. Плюшки. Так, 2500 стоит эластик кейбл дополнительный, ну, в смысле, другой. Ну, давайте разнообразие себе добавим. Медведи на пангастиках. Больше медведей веселых. Да, именно так. Давай. Давайте мне кого-нибудь медведя на понгостике. Давайте их сюда. Несите. Всех сюда. Все. Так. Да ну что ж ты опять, ну почти ведь. Вот. Смотри, вроде разогнался. Так, потихоньку, помаленьку. Все еще не видать медведя на понгостике. Может, они достаточно редко пока появляются? Возможно, возможно. Такие редкие особи. Ну, черт возьми. Давай. Бей этих желейных мерзавцев, которые заточили тебя. Че? Психанул. Так. Раздави их всех. Просто всех надо поработить. Блин, я хотел обмануть систему. Но система уже дважды обманула меня. Ой-ой-ой, вот это что-то необычное. Explosive. It makes you go a little bit faster and higher. А, ну просто меня подбросило. Я так как бы ожидал, что там что-то вообще неимоверное случится. Что-то неимоверный буст. Да. Но нет. Ретрай. А, опять я. О. Так. Пошел, давай, Брита, бизон. Беги. Давай, бизончик. Вот так вот. Да-да-да-да-да. И бах. Мне кажется, наверное, это больно. Коп, спеленал. Паразит. Так удовольно стоит. Опять не получилось. Так, дьявольский план не работает, походу. Так. Ну, это какой-то фейл. Так, ладно. Сейчас аккуратненько. Да, слишком аккуратненько. Ничего, может, видит что-то. Ну, вон вышла. Черепаха. Черепаха, но... Давай. Пошел, бизончик, пошел! О, понга стик медведь! Так, понга. О-о-о, хорошо пошло! Отлично. Так, опа. Балун. Угу. Подлетаем. Шарик. И вниз! И тихо-тихо, вот отличненько. И жвачненько. Хорошо, давай накапливаем ракету и бах, вот так вот их. Ой-ой-ой-ой-ой, ну это хорошо. О, а, понятно. Не до конца, нифига. То есть мне нужно накопить достаточное количество импульса, чтобы пробить эту дверь, понимаешь, когда я до нее доберусь. Не, ну смотри. Но в этот раз... Да. В этот раз, к сожалению, не вышло. Так, эластичные кабели. Угу. Глайдер Гамис. Тоже интересно. А это что такое? Lose less speed when going through doors and landing. Ну, это не то. Это не то, что вы ищете. Так, купим вот эту штуку. Ракетные труселя не будем покупать, но купим эластический кабель. И еще заходим. Опять. Финальный. Я думаю, что да, но как-то слишком позорненько получилось. Давай, Бурито, бизончик, я же купил тебе даже масло. Нет, я хочу поймать босса. Черт, почти. Я даже настолько психанул, что даже сразу после вылета ракеты заюзал. Ну, о, понга. Держу себя в руках.
что она у тебя как-то быстро выдохлась. Да, я что-то неправильно делал просто. А, спеленали. Ну что ж, на этом, я думаю, действительно достаточно. Это игра Burrito Bizon, ребята. Если она вас заинтересовала, то обязательно пройдите по ссылочке, посмотрите, что это за игра, потому что, по-моему, веселенькая такая. Вот, а также в комментариях напишите, каких еще медведей вы хотели бы в ней встретить. И какие медведи вам нравятся, вот какого цвета. И вообще мармеладик. По-моему, это клево. Какой вам нравится мармеладик? Марина, тебе какой нравится мармеладик? Мне мишки нравятся. А мне вот бутылочки колы. А вы расскажите, какой нравится вам. Всем спасибо, ребята, и пока. Пока.